Привет! Сегодня я буду играть в первый раз в своей жизни в VR. И это видео я буду снимать без камеры. Не понял. Потому что, ну, вы же не хотите смотреть на мою жепь или хотите? В общем, сегодня этот бесполезный кусок блогера пойдет наконец-таки на настоящую работу. Поэтому представляю вашему вниманию симулятор работы. Это наш первый рабочий день, и мы должны проявить себя на все 100. О, ксерокс! Есть у меня одна идейка, что с ним сделать. Но мы приличные и таким не занимаемся, поэтому отксерокопируем что-нибудь другое. Я знаю, что с этим делать. Я вызываю тебя на дуэль. Не получилось. Косая, давайте попробуем еще раз. Я вызываю тебя на дуэль. Блин, походу ему все равно. Опа, пончики, ночные жорчики. Ты что, хочешь, чтобы я была толстая? Не, чувак, не сработает. Забери обратно. Да, это жестко. 0-1. Помогите. Меня заставляют работать, и он на меня смотрит. Сейчас я включу вот этот штекер. Током вжарило. Ладно, я пошутила. Согласна, тупая шутка. Теперь я смогу включить компьютер. Нет сигнала? Проверьте компьютер. Может, он не ловит? Надо антенну поставить. Иди сюда, маленькая птичка. Будешь устанавливать связь с космосом. Что-то так тоже не работает. Может, помогут эти странные кошачьи яйца? Не, говно какое-то. Испорченный продукт. Бывший подарил, наверное, лучше выкинуть, а то мало ли порчу навел. У вас там сидит сущность в виде гномика. Он. Тебе нужно быть серьезнее. Я. Уи. Он. Серьезнее. Я. Уи. Трехочковый. Извините, я устала, у меня перерыв. Я поднимаю этот бокал за вас, за нас и за... Ай, пронила. Еще раз. Блин, так и знала, что не надо было вчера пить. Товарищи. Я поднимаю этот бокал за то, что я вышла на работу, за вас, за нас и за Кавказ. Блин, а где мой кофе? Кто его выпил? Сейчас сделаю самый вкусный кофе для своего босса. Надо обязательно пересластить, чтобы он понял, что мы в него влюбились. И добавлю секретный ингредиент слезы бывшего, чтобы знал, кого потерял. Хотя, походу, это совсем не слезы. Странная какая-то жидкость. Знакомо так выглядит. Может, это санитайзер? Блин, так и знала, что это не он. Теперь все какое-то липкое. Ты этого не видела, птичка. Отвернись. И ты, малыш, кактусик тоже. Займитесь там чем-нибудь. Наконец-то я могу проявить свой талант. Сейчас я нарисую тайное послание начальнику. Мне за эту разработку такую премию дадут. О! Если кто-то не понял, это банан. Распечатаю на память. Ох, какая красота. Мама бы мной гордилась. Надо выбрать самое классное место для этого шедевра, я считаю. Сразу видно, что тут работаю я. О, шарик предсказаний. У меня будет мужчина? Ты устал. Я хочу мужчину. Ты уволен. Да блин, за что? Я всего лишь хотела ласки. Ласка, сияние черного. Кто-то сопельку свою забыл. Наверное, предыдущий работник месяца. Мама! Что происходит? Я в раю? А, нет, это приход какой-то. Странная сопля какая-то. Ой, я ее съела. Теперь от глистов лечись. Ой, все, надоела мне эта работа. Всегда мечтала быть поваром. Повар! Ха! А твоя! Какая классная кухня! У меня есть тостер! Тостов у меня, конечно, нет, но есть руки. Тосты готовы! Это я, когда отключили зимой отопление. У меня есть кукурузка.
Мой размерчик. А давайте сделаем попкорн. Судя по всему, из Чернобыля. Не готово еще. Еще раз попробую. Что-то они работают, ваши лайфхаки из ТикТока. Как хорошо, что у меня есть возможность послушать музыку на работе. Какая классная музыка! Выпьем за это! Вот теперь еще лучше. Надо бы приготовить приворотное зелье. Нам понадобится немного воды. Хотя нет, много воды. С двух кружек буду лить. Поперчить, посолить. Немного горячих жоп хейтеров. Цветочек от больных почек. Огнетушитель, чтобы потушить горящие жопы хейтеров. И для наваритости я оставлю его внутри. Никто не заметит, я тебе отвечаю. Масло для смазки и чудо-сказки. И винишко для классного сынишки. И чай-беседу обязательно для увлекательных диалогов. Чеда создан дарить тепло. Осталось теперь подождать. А, печеньку тоже положу, потому что могу. Варись, моё варенье. Пахнет вкусно. А что это за суп из семи залуп? Что-то коктейльчику захотелось, надо смузи замутить. Нам понадобится апельсин. Он у мамы такой один. Вишенка со вчерашнего торта и винишко. Чё ты смотришь? Не осуждай. У меня стресс. А еще у нас безотходное производство, так что сделай вид, что ты этого не видел. Прекрасно. И суп будет секретным ингредиентом. Готов коктейльчик. Главное, конечно, после него не просраться. За тебя, брат. Пожарим яичко, а скорлупку уберем. Бесплатная яичная дрочона! А почему они так похожи на глубокие глаза? У меня тут бекончик подгорел, но мы сделаем вид, что этого не было. Забирай свой заказ. Только попробуй сказать, что невкусно. Отжарю тебя, как это яйцо. Так, там кто-то смузи захотел. Сделаю по старинному рецепту своей бабки. Лимончик и лаймик. И получаем отход жизнедеятельности бомжа. Красота! Приятного аппетита, буэна. Вот такая вот веселая игра. Пиши, как она тебе. Понравилась, не понравилась, как тебе вообще VR. А шутки мои заценил, успел, посмотрел. Мне кажется, это было модно, сильно, молодежно. Лайк, подписка, ты мой краш. Целую, обнимаю, сердечко посылаю. Пока.